Так, мы заправляем нитки, ставим катушку. Вот сюда вот берем, заправляем за низ. Здесь пружинка. Здесь идет сверху у нас ложится. Здесь металлическая у нас проволока стоит. Это чтобы не резало пластиковый корпус. Так, и берем, заправляем вот так вот по нашей заправке. В направляющую возле иголки. И в иголку. Вставляем шпульный колпачок, чтобы защелкнулся. Так, ну и вытаскиваем нитку. Так, в принципе, все. Так, ну и пробуем. Так, пробуем на зигзаге прошить. Пробуем шить на прямой строчке. Так, верхнюю нитку надо отпустить, слишком затянуто. Наверх вытаскивает. Нитка наша закончилась. Здесь намотаны разные нитки. Вот видите, пропусков нет. Так, попробую на зигзаге. Переключаю на зигзаг пятерку. Вот у нас стрелочка. На пятерку переключил. Так, пробуем зигзаг. Ну вот, все отлично. Теперь прострочим прямую строчку. Так, все отлично. Так, здесь хорошо, теперь вот такой вот трикотаж. Здесь тоже вот пропуски были. Закрепочка. Так, смотрим. Все, в принципе, идеально. Строчка отличная, пропусков нигде нет. Втяжечка отличная. Так, и это есть. Так, ну и вот такой вот тонкий трикотаж. Так, ну что я могу сказать? Все отлично. Вот эта строчка.
строчка без пропусков. Вот белая идет. Так, все, мы свою задачу выполнили. Так, ну еще строчку. На этом все. До следующих встреч.